года 12. Да. Ты же считал, что там ничего. Да. Ничего не понял. Да. Алло. Ничего не следует. Там стекло есть. Там стекло. Я еще раз говорю, что я не буду открывать дверь. Почему? На каком основании? Я что, я нарушил, что это что? Нет. Ну так там есть стекло. Проверяются документы и наличие. Если я говорю, что я ничего не перевожу. Ваши документы на товар. Нет, у меня ничего нет, пусто у меня. Вы только что сказали, что перевозите стекло. Ничего не сказал. Я там видели кариферястры. Ты сказал, что я ничего не беру. Фериастрок и бус игол. У меня пустой бус? Там стекло есть. Может это вас? Нет, я не хочу. Нет. Почему? На каком основании? Я вам еще раз говорю, здесь пост ГАИ проверяется наличие документов у водителя, да? Да. И наличие груза. Все, протокол досмотра, я открываю груз. Что привет? Протокол досмотра, я открою груз. Это что за камера у вас? Какая разница? А? Какая разница? Разница большая. Камера. Да? Да. Камера. Закрой дверь. Да. Привет. Да, потихоньку. Я в Камрате уже. Выйди, пожалуйста, слушай. А? Да работаю я. Ладно, давай я занят пока, мы на посту ГАИ. Давай. Что случилось? Сережа. Да. Выйдите, пожалуйста, с машины и откройте. Я вам сказал. Если вы не хотите понимать, что я сказал, то это ваше мнение. Я понял, что вы сказали. Вообще у нас есть мамука, что я вообще с машины не должен выходить. Не, ну я вас попросил. А зачем? А я не хочу. Чтобы вы открыли машину. А я вам сказал, что протокол досмотра я открою буду. Какой протокол? Досмотра машины. Статья 250 КОАП. Или вы не знаете, или вы не учите? Я не знаю. Не знаю, тогда вы извините. Еще раз говорю, откройте. Я не открою. Я еще раз говорю, что я не открою. Вы не откроете? Нет. Да? Мотив какой? Что вы не имеете права. Я не имею права. Нет, статья 250. Пройдите, пожалуйста, я вам покажу свои обязанности, что я имею право, что нет. Нет, если вы хотите, покажите мне здесь, я не выйду с ничего. Принесите, покажите. Кодекс участия сейчас гаишник он тебе принесет. Камера? Да. Зачем? Просто там машина одного из них. Можно взять на паузу. Все равно ему нет. Правила дорожного движения. У меня тоже есть. Есть? Да. Включи камеру. У меня тоже есть. Вы думаете, что у меня их нет? Обязанности водителя вы хотите почитать? Что говорите? Обязанности водителя? Да. Пожалуйста. Почитайте. Для себя. Читайте. Я еще раз потребовал у вас. И да. Требую. Тут написано, что я... Так, обязанности водителя. Их обязанности. Значит, что я должен иметь, да? Да. Да. И потребовать. И потребовать что? Документы. Да. И все. Окей. Потому что на перевозимый груз. Ну так дайте их. А у меня нет, я пустой. А я откуда знаю, что вы не везете там что-то? Я вам еще раз говорю, это ваши проблемы. Это ваши проблемы. Это не мои проблемы. Машины, нет, сейчас это ваши проблемы, это не мои проблемы. Кстати, протокол, что вы подозреваете меня в чем-то. Тогда я вам открою бус. Я не буду открывать его. Там почему? Пусто.
Значит, если пусто, откройте, пожалуйста, а чтобы я убедился. Зачем? Что я убедился, что там нету никого. Так это ваша еще проблема. Говорю, трупов, бандитов, народ самое. Это ваша что? Проблема. Я все вам дам, все выпишу, как все. Полагается. Откройте, пожалуйста. Не открою. Не открою. Я вам еще раз говорю, вы что, первый думаете у меня такое, что ли? Я не открою. Я нормально протокол. С вами общаюсь. Протокол досмотра. Какого протокола? Так, статья 250 КОАП. Нет! Вы хотите проверить мой бус? А я вам еще раз говорю, что есть... Да вот для вас операция. Для вас операция. А не для меня. Я вам сказал, что я пустой еду. Если вы не верите, ставьте протокол, я открою бус. А я потом буду его обжаловать в суде. Так обжалуйте, пожалуйста. Все, я не открою. Я не открою. Какая операция? Где? Покажите, у меня операция идет. Принесите, покажите. Что тебе принесите? Принесите, что идет операция. Покажите мне приказ, что идет операция. Какая операция? На каком основании операция? Утаривай. Какая разница? А у тебя бандит там. Да и тогда хоть 10 бандитов у меня будет. Хоть 10 их будет там у меня. Есть протокол досмотра, я открываю бус. Нет, не открываю. Хоть 10 бандитов. Статья 250 КОАП. Знаете такую статью? Либо что, не проходите, что ли? Не проходим это. Ну, значит, надо же проходить тогда. Протокол ему нужен. Конечно, протокол. А на что же он открывать бус? Это моя собственность, я не хочу, не открываю. Скажите потом, где-нибудь в другом месте. Сейчас не надо. Записывается? Да. Здрасте. Здрасте. Можете выйти из машины? Да зачем? Я что-то нарушил? Я что-то нарушил? Сережа, я что-то нарушил конкретно. Сергей. Ну и что? Что пост ГАИ? Какая разница? Пост ГАИ или просто не мобильный пост? В чем разница? Объясните мне. Большая. В чем? В том, что здесь... Я объяснял вам, что за операция идет? Я не понял. Что вы не поняли? А что такое Каутари? Я что знаю, что это такое? Каутари. Розыск. Ну хорошо. Розыск называется на русском. Хорошо. Да, протокол досмотра я открою. Посмотрите, что вы увидели. Протокол досмотра машины. Это моя собственность. Можешь ключи от квартиры дать еще? Может, значит, у меня в холодильнике дома кто лежит? Кто вам попросил это самое? А какая разница? Это моя машина. Я хочу открываю, я хочу не открываю. Это моя, какая разница? Моя собственность. Разница большая. Это моя машина. Ваша, моя. Паспорт, не ваша. У меня есть доверенность. Разница есть в чем-то или нет? Я на ней еду. Это моя машина. Нет, я ее не открываю. Это равносильно тому, что я живу на квартире и должен вас спустить туда. Выключи тут, хорошо, все там есть. Почему? Пускай работает. Там в моей кабине, все, что хочу, то и делаю. Пускай работает, конечно. Мне просто интересно. Что вам интересно? Что вы мне предъявляете, что вы хотите от меня? Как это сказать? Есть. Статья. 250 КОАП. Составьте протокол досмотра машины. Двух понятых. Я открою бус. Откуда я знаю? Может, вы специально хотите, чтобы я его открыл? Может, хотите что-то подсунуть туда, может, что-то еще. Я не открываю, объясните или не открываю. Нет, там стекло, я тебе сказал, там есть стекло. У меня это подозрение. Там есть стекло. Можно посмотреть, там есть окно, два окна сзади есть. Можно посмотреть через окно. Или что-то я не так сказал. Почему? Куда вы едете? Обратно. Куда? А именно в какое место? Не знаю, что он везет. Может, там у него двойное днище. Может, там у него... А вы снизу посмотрите. Что? Снизу посмотрите. Я не провожу тебя смотреть. Тем более. Что тем более? Ну, если у меня двойное дно, так снизу посмотрите. Может, там сильно двойное дно. Сережа. Можно ехать? Да, конечно, свободно. Спасибо.